22 июня город присоединится к всероссийской акции. По всей стране в 12 часов 15 минут по московскому времени, то есть в 16:15 по кузбасскому времени, прервется вещание телевидения, прекратят работу кассы в торговых центрах, остановится общественный транспорт и работа на предприятиях, где позволяет технологический цикл. Ленинск-кузнечане в эту минуту могут вспомнить своих героев Великой Отечественной войны, которые не вернулись с фронта.